проспект Павла Тычины, 13. 17-этажный панельный дом 1970 года постройки. Входы в парадные выглядят неплохо, установлены домофоны. Довольно просторный зеленый двор. Есть места для парковки. Недалеко находятся спортивная, детская площадки, школа, детский сад, магазины. На первом этаже дома расположен трактир. Ближайшие станции метро Левобережная и Осокорки. Недалеко на озере Тельбин расположена зона отдыха. Состояние дома удовлетворительное.